у меня для вас тревожная новость. В Геленджике отовсюду пропал жевательный мармелад. Видите? Здесь нет. И здесь нет. Меня зовут Элина, и я знаю ответ. Оставайтесь со мной, и вы узнаете его тоже. Это шок. А сюда пушистые истребители мармелада еще не добрались. Я точно знаю, они уже в пути. Покупайте, торопитесь, котята обжоры близко.